Дякую, Валентин. А, наверное, кто самый больше не подарит Валентина? Сидоров. Он же в меня влюблен. По-любому подарит. Ну, где-то штук 15. Козлов. Ну, по его мнению, где-то штук 20. Васильев, этот дурак, какой меня за косички дергал. Где-то минимум за 5 штук. Еще 4, наверное, Валентинки будет извиняться. Шевчук. Наверное, мне подарит где-то 4 Валентинки. О, Козловская, наверное, где-то тоже дарить. Ах, если у меня много будет Валентинок, все мне девочки позавидуются. Так, пойду. Лягу спать. День рождения Валентина. Так. Да. Ой, с ним тут сколько звонков. Валентина, что вообще? Привет, Марин. Ты? Я хотела извиниться и тебе подарить Валентинки. Ну давай. На. Но больше сюда не приходи. Ты хорошо. Мне не нравишься и не нужен. Хорошо. Посмотрим сейчас. Дорогая, извини, я больше так не буду. Ну, такой хороший парень. Но жаль, что так мало. Да, блин, Валентинок мало. А я пообещала, что будет много. Я вообще не понять. Да что бы все они так извинялись передо мной. Все такие прям... Уже 9 часов, все, отбой. И за целый день мне никто ничего не подарил.